Так, короче, я скушал ребенка. Готов играть дальше. Бомб СТИ, спасибо за подписку. Почему-то Алоды вообще не стримит, только ты. Ой, потому что я особенный. Когда он придет, ну вот, пришел. Ох, блин, коронку согрел, пизда мне. Роклиаран. Бля, помогите. Нихера себе выжил. Что за него дают? Просто коронка и все. Типа просто сильнее соседей Бибу. А вы спунил. It is not full life. Нужно больше золота. Стример слишком дерзкий для такого онлайна. Слишком дерзкий, да. 20 человек сидит уже сейчас, своя пиздец. Всем борзел. Жду контента в сентябре и сигну. Спасибо за двадцатку. Нужно больше золота. Нашел время сигну простить, блин. Жду контента в сентябре и сигну, так сказать. Ой, блин. Нахуя вам десигну, я до сих пор понять не могу. Ну ладно, сейчас, погоди. Так, как там это делается? Ну-ка, съебал на весь экран. Ну какой я сексист, не? Бля, ладно. Сейчас я помню. Сойдет? Ладно, надеюсь, что сойдет, иначе я не знаю, бред, туда блин, два делать. Покажи сердечко. Бесплатно. Бля, ладно. Как это делается вот. Как это делается с этой стороны? Бля, у меня пасть слишком жирная, во. Ну, короче, я не знаю, что-то похожее, бля. Ничего там не спалил. Мамку свою спалил. За дрочки на меня только и все. Тупо спалил мамку за дрочкой на меня. Бе-бе-бе. Заходишь такой в комнате мамы, а она там, блин, письку теребит. Мой стрим открыт. В фулскрине. Не знаю, я бы мать за такой палкой начал бить. В воспитательных целях. Ну ладно. Шучу, не надо так делать. Кстати, Дима. Погоди, я отойду. Дверь. Вообще, ребят, на самом деле, знаете... Так-то мне даже митинговать, если я реально, ну, как бы смогу оформить инвалидность, то мне даже митинговать по поводу пенсионного возраста не надо будет. Я просто, блядь, буду уже пенсионером. Филя, 21 год, пенсионер. Рафал ебало. Знаете, потом я вообще буду еще в этих в титрах в конце видео, там, благодарности донатерам, я буду вписывать отдельно все эти выплаты от пенсии и подписывать Владимир Путин. Рафан ебало. Хватит задротить и то играть, то забрасывать, а уже пора определиться. Какая вам разница, серьезно, люди, я вот не понимаю, вот какая вам... К черту разница, что я делаю, как я делаю, зачем я делаю.
Ну, блин. Знаете, я бы понял интерес, если бы я там, не знаю, коллекционировал уши детей, которых я предварительно изнасиловал. Вот такой интерес я бы еще понял. А так я просто играю в игры, и еще я что-то там должен вам объяснять, вот что... И я как-то должен делать так, как хотите вы. Серьезно, зачем? К чему все это? Нахрена? Я вам что-то должен, там, вы мои родители, я не знаю. Или что? Я не понимаю. Я еще понимал, там, например, когда мой батя ко мне приебывался, там, это понятно. Вот когда ко мне приебываются мои зрители по поводу того, что я делаю, ну что с вами не так, я не понимаю. Я что, не могу, блин, играть так, как я хочу? Так не магом? Да, нормально, в принципе, меня устраивает. Правда, я никогда не буду нормальным магом, потому что я... Ну, в PvP-то, в принципе, ладно, на БГшке так, тупо электрошок кидать до фаербола и отбрасывать, это, в принципе, фигня. А в PvE я вряд ли буду хорошим магом, потому что мне вот очень тяжело как-то привыкнуть к тому, чтобы правильно ротацию соблюдать в том плане, что... Ну, ротации так таковой у мага нет, все очень сильно зависит от того, что прокнет. Вот с этой херней. Тяжело к этому привыкнуть. Не знаю. Maybe к 10.0 привыкну, начну нормально PvE выдавать. Да, ребят, я напоминаю, у нас условия, скажем так, продления трансляции предельно простые. Вы ставите лайк, и я стримлю дольше. Сколько ты в среднем играешь на ПК в день? По-разному, очень по-разному. Какие-то периоды я могу вообще за компом не сидеть. Тупо валяться, книжку читать. В какие-то дни могу задротить, там, сидеть по хз, часов по 10-12. Ну, блин, по мне так это уебично полностью. Ну, я знаю, мне, если честно, доска нравится только самая первая. Вот самая первая доска, блин, она красивая. Канистская именно. Именно канистская самая первая доска. Мне она очень нравилась. Такого интереса нет, уже нет. Я на 4.0 наигрался, спасибо. Накушался говноконтента, так скажем. К этому возвращаться вообще никакого желания нет. Это не WoW, где как бы каждый аддон это опиздохуеть какое море контента. Те, кто там, не знаю, 10 лет сидит на одной и той же пиратке Вова, я еще могу понять. Ну, не на одной и той же пиратке, но на одной и той же версии Вова сидит. Этих людей я могу понять, там реально контента до пизды. Играть на одной и той же пиратке Алодов, учитывая, что контент там задумывался таким, чтобы он был всего на один год. И то дико растянутым. Не знаю. Я на 4.0 играл больше 3 лет. Это перебор. Зачем играть на 7.0? Объясните. Объясните мне, идиоту. Зачем вообще люди играют сейчас на 7.0? Зачем? Какой смысл? Вон вам, 9.0. Абсолютно то же самое. Контента только больше. И разнообразнее. Донат смущает. Блин, 390 рублей на подписке. Это в 10 раз меньше, чем требуют с вас на пиратке.